Вот каждое утро Владимир Александрович Пащенко уходит на работу. Просит записать его весь день, как он работает, как встает, что так им интересуется. Ну, польза есть, конечно, раз просят. Помолился, три поклона, о, рукой помахал, и во славу Божию. А это Добунов Игорь Владимирович заехал за ним, и он его везет. А где он будет, он взял аппарат, сегодня там поснимает. Так, сумку туда, сам на первое сиденье. Все, свет горит. Сегодня у нас 14 декабря 2018 года. Сейчас 9 часов 14 минут утра. Все, поехали. Во славу Божию. Вот уже сегодня третий ролик за 2 января. Это третья комната. По объему она больше. Вот здесь вот разные стеллажи тоже сделаны. Полки вот эти вот по бокам. Вот и посередине будут стеллажи стоять. Сейчас вот покажу, как их устанавливать. Железные. Конечно, сложновато, но с Божьей помощью, думаю, справлюсь. Так, вот, слава Богу, установил. Сейчас стоит, сейчас покажу более ближе. То есть вот такие вот железные стеллажи. Вот они. Вот вверху установил и внизу. И он уже стоит. Вот сейчас вот, вот эти вот буду устанавливать. Вот эти вот. Это крестовины, крест-накрест. То есть она дает жесткость.
еще больше. Так примерно. Все, следующие полки буду устанавливать. Сюда вот поставлю, чтобы видно было все, весь обзор. Thank you.
Я еще не показал, на что они крепятся. Вот, вот они висят, вот эти вот загибулины, такие пластинки загнутые. Потом они загнуты еще и с обеих сторон. Вот здесь вот, которые в середине. В принципе, их видно. Вот так вот надо сделать. Вот так вот. Во. Чтобы петли, которые будут с другой стороны, эти полки тоже так же ложились на эти железки. Вот они. Вот у меня уже тут отмечено. Я отмечал. Вот. 3П. То есть правая сторона, как я стою. Вот. Третья полка. Считал я сверху. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. 7 полок железных. Вот они. А на той стороне у меня обозначено уже 4П, например. А, то есть та вторая сторона уже считается. Вот они легли. Тоже почти. Ой, я даже перестарался. Вот. Одной рукой неудобно, конечно, да? Сейчас я камеру поставлю и сделаю. Потом с той стороны еще буду делать. Тоже так же здесь продолжение будет. Так. Все, сейчас оно уже более-менее жестко стоит. То есть не упадет. Уже бояться нечего. Продолжим. Это у меня должна быть средняя, 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 средняя. Это нижняя. Нет, не ходил. Ну и не знаю. Может. Ну постараюсь, забегу, когда пойду. Да. Угу, слава богу. Все. Так.
Это я спала уже. Так. Также еще вот эти вот устанавливать стали.
Так вот. Вот пока две секции установил с Божьей помощью. Потом надо будет еще вот третью секцию установить. Вот они, эти все полочки железные. И вот тут много будет входить книг. Это все под книги стеллажи. С этой и с той стороны тоже будет устанавливаться. Вот так вот. Тут будет в два ряда. Второй стеллаж такой же будет длинный. На три сектора. Вот так вот. Слава Богу за все. Аллилуйя.